Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я хочу провести для вас общий Таро-расклад для мужчин. Судьба ведет ее к вам. С чем она придет? Посмотрим на вашу женщину, по судьбе ли она вам. Вообще, кто у вас на пороге, кто в вашей жизни скоро появится. Никого при данном Таро-раскладе не загадываем, никого не притягиваем, лишние мысли в сторону. Давайте посмотрим именно вашу сигнификацию, кто ко мне сегодня пришел на расклад. Перед проведением Таро-расклада напоминаю вам о возможности личного Таро-расклада. На телефонные звонки не отвечаю, просто я отвечаю всегда всем на смс-сообщения, вайбер, телеграм, ватсап. Просто извините, пожалуйста, прошу меня понять, я просто не успеваю физически. Я вас прошу очень-очень сильно, если вы хотите консультацию, если вы хотите вот ответ на свой вопрос, пожалуйста, пишите. Я всегда всем отвечаю, я никого не упускаю, не пропускаю. Пускаю, не забываю. Я буду рада видеть ваши сообщения, там какие-то ваши пожелания, но только в письменном виде, пожалуйста. Итак, прежде всего тоже хочу поблагодарить спонсоров канала, хочу поблагодарить всех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, комментарии, я читаю все комментарии. Мне очень приятно видеть от вас обратную связь, спасибо вам за то, что вы у меня есть. Итак, переходим на вашу сигнификацию. Вот у меня такой к вам вопрос. Что это тут у вас за состояние вообще такое выходит? Какое-то сложное, тяжелое, вот что-то вот какое-то непроработанное. Проигрывается ваше разочарование в прошлом. Вот вы готовились к дальнейшему продвижению отношений в прошлом. И в самый как будто последний момент как-то все обрубилось. Произошла смена ценностей. Если раньше, глядя на вашу женщину из прошлого, вы видели ее своей спутницей, там, не знаю, женой, второй половинкой, там, до самого конца вместе, своей женщиной, то сейчас, после какого-то разочарования, вы переключились на себя. Почему-то сейчас от вас идет состояние, знаете, такое, затаиться, сделать вид, что я вот на что-то переключился. И, кстати, можете делать это вот из мести, вот к женщине из прошлого. Знаете, вот как ты ко мне, так и я к тебе. То есть вот от вас идет такое состояние сейчас, да, вы там раньше вкладывались, помогали ей, что-то давали там, но всегда как будто бы, знаете, она там не успела еще подумать, а вы уже это все сделали, вы уже все там ей, ну не знаю, как просто на блюдечке принесли и сказали вот на, как бы для того, чтобы у тебя все было нормально. А сейчас, после того, что она сделала, сказала, не знаю, или как себя ведет, вы как будто вот переключились на себя и отстранились. И вот транслируете ей то, что я к тебе не проявляюсь, я живу своей жизнью. Кстати, здесь кто-то из вас мог заболеть, как бы из-за этого может и не проявляться. Вот тоже как бы болезнь у кого-то какая-то, вот там, или состояние какое-то, недомогание, слабость, ну не знаю, вот как-то вот что-то сложно, тяжело что-то сейчас идет. И на данный момент вы как будто ей транслируете, вот женщине из прошлого, как ты ко мне, так и я к тебе. Я не вижу, что вы хотите, чтобы вы хотели сделать этой женщине больно. Вы просто хотите ей показать, что она неправильно поступила или сделала. Хотя у кого-то из вас, кстати, вот какие-то мысли о месте, чтобы вот я тебя заставлю тоже, чтобы ты почувствовала вот эту боль, которую почувствовал я, через что я прошел, чтобы и ты это все прошла. Вот у кого-то из вас вот такие вот мысли, знаете, вот как бы все равно вот не отпускают. Ой, у небольшого количества зрителей здесь проиграется переоценка ценностей. И переоценка ценностей – это как бывшей женщины, на которую мы, которая вышла сейчас при раскладе, так и о каком-то вашем партнере по работе, бизнесу, где вы посмотрели на человека с другой стороны. И у вас, вот знаете, как будто бы вот происходит сейчас вот такая вот внутренняя трансформация. Я начинаю видеть то, что не видел раньше.
Я начинаю понимать то, что не понимал, либо не хотел понимать раньше. Вот сейчас у меня это осознание происходит. И у вас оборваны, вот знаете, сейчас все связи. Все связи вот с женщиной из прошлого, где вы не слышите и не видите друг друга. Вы хотите показать ей свою значимость, поэтому можете вот как бы и не проявляться. Вот где-то, знаете, вот что-то вот такое мужское, оно у вас задело. Мужское, при котором вы хотите, вот знаете, ей так вот сказать о том, что я мужчина, я тебе покажу о том, что не стоит со мной так обращаться, не стоит так себя со мной вести. И вы, вот знаете, хотели бы показать ей, как вы в чем-то выросли. Или чего вот вы достигли без нее? Вот как вы знаете, вот хотелось бы, чтобы она как глянула вот так со стороны, а вы ей показали, вот смотри, какой я, кого ты потеряла, и вот с чем ты сейчас живешь, или как ты сейчас живешь. Вот посмотри разницу и пойми, что и кого ты потеряла. Вот почему такое вот от вас идет? Потому что вот как будто бы она вас в чем-то или недооценивала, или вот вообще как-то обесценивала. У вас получится то, вот, кстати, вот почему-то вот идет сейчас при раскладе то, что вы задумали. Вот что-то, чего вы хотите, это у вас получится. Вот напишите просто за ситуацию, вот что это за ситуация такая идет. Вот в комментариях, пожалуйста, напишите, мне будет интересно просмотреть, почему вот карты дают такую энергетику. У вас идет состояние, вот почему-то вы транслируете, что мне никто не нужен, мне никто не нравится, или вот никто не нужен, кроме нее. Ощущение, знаете, вот такое идет, что не хочу ничего делать, кроме как вот, кроме каких-то действий, как в ее сторону, либо вот ждать каких-то вот проявлений, шагов, осознания вот с ее стороны. Или же вот некоторые из вас здесь решили, что вот настолько обожглись с этой женщиной, настолько вот неприятный какой-то опыт здесь был у вас с ней. Здесь, кстати, женщина могла что-то, знаете, какие-то ваши тайны, какие-то секреты, либо что-то, вот знаете, ну, такое вот очень щепетильное рассказать. Вот как-то могла и обсмеять или что-то такое. Тоже как бы это все может проходить. И вас это очень сильно зацепило. И некоторые из вас уже решили, что я никого не хочу, мне никто не нужен, вот как бы я буду жить для себя. Опять же, не у всех, но у кого-то проигрывается, что у вас рядом есть другая женщина. Но у вас как будто бы к ней вот чувств нету. Вот как будто бы, ну, есть она, ну, и есть. Ну, как бы, как для галочки, скажем так. Ну, вот для стабильности какой-то. Ну, еще там для чего-то, ну, не знаю. Но если говорить о каких-то конкретных чувствах, о том, что вы там испытываете чувство там сумасшедшей любви к ней или что-то такое, нет, такого здесь нет. Опять же, возвращаемся к женщине с прошлого, потому что она здесь к нам выходит. Женщину также рассматриваете вот в таком формате, вот эту, которая вышла, что как она поступила, такая вот, ну вот так, вернее, как вам сказать, с теми поступками, с теми словами, и вот в таком состоянии, какая она есть, она мне не нужна. Я не хочу такую женщину принимать, потому что мне больно будет находиться даже рядом с ней, потому что я понимаю, что здесь изменений никаких не будет. Женщина, кстати, может ходить по другим мужчинам, знаете, вот скучно ей, может как бы просто интересоваться тем, чтобы где-то как-то крутить романы, интрижки, не знаю, на стороне. Отпишитесь в комментариях, вот что там у вас за такая ситуация происходит, потому что очень-очень много идет энергии таких намешанных, вот просто вот хочу услышать вот что здесь ваше. Что именно подходит в вашу ситуацию? Если говорить о вас, то внешне вы себя транслируете, вот как, знаете, вот как ремень такой какой-то. С вас прям считывается какая-то сила владения ситуацией, и вы можете не показывать свои эмоции ей. Хотя вот, знаете, вот то, что транслируете, и то, что где-то там вот глубоко в душе, где-то вот осталась боль, разочарование, обида, оно вот как-то там сидит. Но это вы, знаете, вот так вот просто как скрыли, чтобы никто это не увидел.
Особенно она, вот особенно она, насколько вот больно, или насколько, вот знаете, какую боль вы пережили, потому что действительно то разочарование, которое от нее шло, те поступки или слова, или действия, то это действительно, знаете, вот сложно. Но вот не каждый человек способен пройти вот такие вот страдания, переживания. Ну вот, в вашем сердце однозначно есть какая-то женщина в прошлом, с которой было взаимодействие. Но что-то не получилось, но в сердце она осталась. Хотя знаете, что на данный момент дороги с ней нет. А с другой стороны, вот как бы вроде бы и думаете, что все-все закончено, поставлена точка, а мысли о ней все равно приходят. Давайте посмотрим, вот что это все-таки за женщина выпадает вот у вас сейчас. Что за женщина выпадает сейчас у вас? Угу. Что это за женщина такая? Это как любимая ваша женщина идет. Вот женщина, которой вы так много всего сделали, как знаете, вот просто душу забрала вместе с сердцем, а теперь вот какую-то боль оставила. Боль, какое-то разочарование, какие-то вот мысли, и вы вот в этих мыслях вот остались и думаете вообще вот о ней, что дальше. Какая-то вот судьбоносная история между вами произошла, после которой вы как-то изменились. Перешли из одного состояния в другое и стали в чем-то схожи на ее поведение. То есть, опять же, возвращаясь к своей поговорке, а к той поговорке, которую я вот раньше говорила, что как ты ко мне, так и я к тебе. И если раньше, вы знаете, вы были таким открытым, добрым человеком, человеком, который всегда приходил на помощь, который всегда помогал, то сейчас закрылись и начали вести себя абсолютно по-другому. Кстати, у кого-то из вас с этой женщиной может быть что-то одинаковое. В том числе это могут быть одинаковые даты рождения, число, год. Ну, не знаю, вот что-то у вас есть одинаковое. Не у всех проиграется, но у некоторых по энергетике карт вот идет, что у некоторых такое проигрывается. Или же какие-то вот вам идут знаки, напоминающие о ней. Вот в том числе могут сниться какие-то сны, там, что, знаете, вот постоянно как-то вы просыпаетесь и не можете понять, ну, что она мне вообще снится. Я уже давно о ней не думаю, а вот она ко мне лезет, сны мои, вот сознание, вот даже не понимаете почему. Давно у вас нет никакого общения или отношения с ней. И вы как будто понимаете, что отношения с ней невозможны. Хотя, опять же, в сердце мысли, в сердце какое-то сознание о ней есть. Давайте посмотрим, почему все-таки вы считаете, что, или почему все-таки так есть, отношения с ней невозможны. Что этому влияет? Почему отношения здесь невозможны? Почему отношения здесь невозможны? Между вами как какая-то, вот знаете, вообще, если так говорить, то какая-то идет незаконченная история вообще. Или история, знаете, которая закончилась, но как-то не так. То есть, не так это все должно было прекратиться. Не так это все должно было прерваться. У некоторых выпадают, опять же, какие-то треугольники, четырехугольники, кто-то кому-то мог уйти, либо из-за кого-то мог уйти, либо кто-то не свободен здесь. Вот как бы такая вот история тоже проигрывается, что есть какие-то вот преграды, которые вот не дают вам вот вместе сейчас быть. Напишите в комментариях, тоже интересно будет посмотреть, какие это могут быть препятствия. Почему тут треугольники выпадают, почему такое вот состояние выпадает, ну вот какая-то закрытость этой истории пока на данный момент. А давайте посмотрим, сведет ли судьба вас с ней снова.
Ой, у нее какие-то выходят обстоятельства, вот которые не дают ей выйти к вам на контакт. Вы, кстати, можете находиться с ней на расстоянии. Она может быть здесь, вот, кстати, быть замужем, или вот как-то, знаете, вот такое вот тоже здесь проходит, как такие вот энергии. Вот почему говорю, что треугольники там или что-то такое вот. Или быть с другим мужчиной, или думать о другом мужчине. И эти обстоятельства никак не дают вам сойти с ней вместе. И вы как будто бы об этих обстоятельствах знаете, и знаете, в чем здесь преграда. По факту вас судьба должна свести, но сначала должна убрать вот эти препятствия, которые есть. Потому что ваша история резко оборвалась, и, знаете, продолжение этой истории будет. Не должно было быть так. Мог кто-то, кстати, вмешаться в ваши отношения, как бы вот как-то вот пошло вот не по тому пути, по которому это все должно было быть. Давайте посмотрим, когда будет так, что судьба вас сведет. Когда будет это время, что судьба вас сведет. Когда будет это время. Знаете, это будет не сейчас, но в течение года должно все разрешиться. И как резко эта история оборвалась, так и резко с чем-то она, вот знаете, эта женщина проявится. Но в чем-то, вот не могу понять почему, потому что вот здесь много энергии будет, вот как-то у многих здесь мешается, как бы поэтому ну, не буду сейчас в эти дебри лезть. В чем-то вам это может доставить какие-то неприятности. То есть то, что она к вам вернется, то если вы снова начнете эти отношения, то это может вам повернуться какими-то неприятностями. И вы с ней встретитесь через какие-то преодоления. То есть вот таким образом это все у вас будет происходить. Итак, дорогие мои, давайте посмотрим совет карт, что вам карты посоветуют. Традиционно уже посмотрим совет карт для вас. Ага, смотрите, как интересно. На вас выпадает вот карта одиночества. Поиск своего «я», размышление, мудрость. В одиночестве заложена огромная сила. Побудьте наедине с самим собой и загляните в самые глубины. Дорогие мои, я думаю, эта карта уже как бы говорит сама за себя о том, что сейчас, знаете, не нужно бросаться из крайности в крайности. Не нужно как-то, вот, знаете, вот пытаться вот в один момент, вот прямо сейчас вернуть ее, либо как-то ей там мстить, либо переключиться там на других женщин резко, либо там вот просто вот что-то делать необдуманно или что-то такое. Вот. Просто вот уйдите в себя, вот займитесь самопознанием. Поймите, что для вас действительно нужно, что для вас действительно важно. Вот у вас сейчас как карта идет одиночество, как совет, чтобы вы были наедине с самим собой. Итак, дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, срезонировал ли вам расклад, что у вас там была за история такая, интересно будет почитать. С вами была я, Катерина. Пока-пока.